Антон Павлович Чехов. Записка. Старшина одного провинциального клуба, возвратясь после долгих странствий в родной город, нашел в клубе страшные беспорядки и, между прочим, не доискался в клубной читальне многих газет и журналов. Позвав к себе библиотекаршу, которая в то же время состояла и буфетчицей, он распек ее и приказал ей во что бы то ни стало узнать, где находятся пропавшие журналы и книги. Библиотекарша через неделю подала старшине такую записку. «Врач и техник у супруги Петра Нилыча под кроватью, шут на кровати, а друг женщин тут же в спальном шкафе. Русская мысль у квартального, русский курьер у немцев портретный. Странник, ежели не у купчихи Вихоркиной, то значит в буфете. Развлечение у отца Никодина в шкафчике, где водка. Жизни, зари и нови нет нигде, а наблюдатели Сибирь есть. Осколки в посудной лавке Куликова. Русский еврей, связанный, висит на веревочке в углу в читальне. Новелиста барышни во время бала залапали и бросили под рояль. Инвалидовы велели употребить на обои. Семью и школу облили чернилами. Официант Карп говорил, что он видел у своей жены в каком-то месте пчелку. Нива у кабатчика. Стрекозу на свадьбе у почмейстера видели, где она теперь неизвестна. Ваза у вас под кроватью. У вице-губернатора дела нет. Оно у его секретаря. Свет продали жидам».